Якутский повелитель холода Чесхан поздравил королей и королев легкой атлетики. В эти дни состоялось ежегодное первенство республики по легкой атлетике «Рождественские старты». 28 легкоатлетов из разных районов республики боролись за путевки на первенство Дальневосточного федерального округа. Впервые в этом году участники соревновались по спортивной ходьбе и по бегу с препятствиями. Раньше мы проводили на стадионе Туймада. Там условия, конечно, были не очень. Помещение маленькое, а тут очень шикарный манеж, как в Хабаровске. Поэтому ребята из года в год у нас показывают очень хороший результат. Было бы хорошо, конечно, вот яма с песком у нас постоянно у нас. Никак не можно добиться, чтобы у нас яму с песком сделали. Яма есть, песка не могут засыпать. Почему, мы не знаем. После Нового года будут сборы организованы здесь для детей и выездные соревнования в город Хабаровск.